уничтожить просто народ, а не убивают народ. Это может быть, это факты. Это наша, это наша рука. 2 мая в Одессе, так третьего боевых событий, которые произошли. Первый HD работает лучше. Где с траурными лентами ограничено проведение развлекательных мероприятий. Во вторник в Одессе продолжится похороны погибших при пожаре в Доме профсоюзов. Из-за сложной ситуации в городе, который практически наводнен боевиками провокатора, до 12 мая отменены занятия в вузах. По официальным данным, 2 мая в Одессе погибли 46 человек. Но жители города считают, что эти цифры сильно занижены. Многие до сих пор не могут найти своих близких. А очевидцы с ужасом вспоминают то, что им пришлось пережить. Они заполняли здание, добивали. Ребята, они забили палками до смерти. Это что, нормально? Это единая страна, женщину, у меня детьми заживо спалили, на втором этаже. Вышла информация, что на втором этаже двух детей. Тоже есть проблемы с вещанием. Но, тем не менее, битрейт гораздо больше. Тем временем кандидат в президенты Украины Сергей Тигибко призывает к немедленной отставке правительства, которое, по его мнению, несет ответственность за смерть людей. В заявлении говорится, цитирую, «Кровопролитие нужно остановить немедленно, пока не пришли последнюю черту». Конец цитаты. Снова включаю обычный Первый канал. Такая же ситуация с рядом других каналов.